Конфликт между двумя личностями. Из чего он состоит и как его решить? Об этом сегодня я, клинический психолог, кинезиолог, гипнолог Николай Соловьев. Одно только выражение. Конфликт между двумя личностями. Личностями, то есть отдельными людьми, которые имеют свои мысли, свои чувства, свои ощущения, свое мировоззрение, в конце концов, свои цели и задачи, в каких бы ни союзах либо партнерстве ни находились, говорит об одном. Что для каждого важно будет его точка зрения, его мера ответственности в том или ином событии, которое происходит между двумя людьми, ровно 50%. И оцените, что никто из нас не сможет поменять легко, тем более, убеждения другого человека. Сколько бы вы ему ни объясняли, сколько бы вы ни доносили те смыслы, сколько бы вы ни показывали перспективы, которые, как по вашему мнению, перед ним открываются. Он будет все равно придерживаться той позиции, которая сформировалась в его голове. И на нее повлиять вы сможете только, только что, если последовательно. Поэтому с чего ваш человек, который стоит напротив вас, сидит или участвует в каком-либо партнерстве, должен вас понимать? Ничего он вам не должен. Он развивается самостоятельной личностью. Нравится вам это или нет. Поэтому все, что вы можете сделать, обратить внимание на свою зону ответственности. Где ваши 50% находятся? Что делаете вы? Как развиваетесь вы? Что вы можете поменять в себе? Какие постулаты либо догмы вдруг обратили на вас внимание в вашем внутреннем мире? Может, это физическая форма, может, это здоровье ваше и проблему, которую надо решить. Может, это ваши какие-то неправильные поступки. Поэтому, друзья мои, любой конфликт между двумя личностями решается одним простым методом – работой с собой, устранением тех недостатков, которые точно вам подвластны. Как только мы это поймем и начнем применять это в своей жизни, обращая внимание прежде всего на себя, мы поймем две вещи. Насколько сложно поменяться человеку как личности, насколько бы вы хотели, чтобы вас приняли как самостоятельную личность, и насколько сложно может быть рядом с вами другому человеку. Думайте об этом. Вполне возможно, вам это поможет при решении любых конфликтов.